Всем привет, меня зовут Виталий Ермолаев, и я преподаю ударные в музыкальной школе «Виртуозы». Больше всего мне нравится, когда ученик развивается, мы видим его развитие вместе с ним, и он получает от этого удовольствие, от того, что он делает. Это очень круто. Я с детства слушал музыку разную, в основном рок, и в какой-то момент я просто понял, что когда я слушаю барабаны, вот именно этот звук, он заставляет меня двигаться, какие-то процессы у меня в голове запускает. Вот, и после этого я в какой-то момент решил, все, терпеть не могу, пойду играть на барабанах. Улучшается скорость реакции, и также человек учится контролировать себя, свои движения и свои эмоции, что немаловажно. Тут ответ простой. Занятие. Все достигается только практикой. Чем больше практики, тем лучше результат. Для начала мы занимаемся постановкой рук, ног. В целом узнаем, как сидеть за барабанами. Дальше идет отработка первых упражнений, плюс знакомство с нотами обязательно. Для чего нужны каждые барабаны, тарелки и в каких случаях они используются. Да, нужно посмотреть, какой уровень, во-первых, да, у уже опытного человека. Если уровень позволяет, можно сыграть что-то, например, более сложное и объяснить, как это играется. На самом деле отличий немного. Единственное, что дети, как правило, более раскованные. Вот. А структура занятий, в принципе, такая же. То есть надо обязательно показать сначала что-нибудь. Вот пришел человек, и я показываю, что он сейчас уже может сделать. Вот. А от этого уже можно подталкиваться дальше. Занятия на барабанах позволяют развить у ребенка математическое мышление, что поможет ему в учебе, например. Также воспитывает усидчивость и контроль. Больше всего мне нравятся ученики, которые занимаются и делают домашние задания. Да, ко мне один раз пришла ученица, она была полностью с нуля. Вот, и она очень усердно стала заниматься, прям и быстро заиграла, что через месяц мы уже сыграли с ней песню на концерте.